На протяжении двух недель сирийская армия проводила военную операцию по освобождению населенного пункта Махин в провинции Хомс. Армейские подразделения вошли в селение Хадас, которое расположено в 30 километрах от трассы, соединяющей Хомс и Дамаск. Затем армия заняла населенные пункты Хуварин и Махин. После того, как сирийская армия установила полный контроль над высотами в районе Махина и захватила местные склады с боеприпасами, террористы обратились в бегство. Сейчас мы в сопровождении подразделений сирийской армии входим в освобожденный Махин. Саперы уже обследовали эту местность. Правительственные войска добились новых успехов на юго-востоке провинции Хомс благодаря поддержке российской авиации, которая помогает ускорить наземное наступление. Эта операция длилась двое суток. В первый день наши войска взяли под контроль высоты в районе Махина. На следующий день мы атаковали Хуварин в северном и северо-восточном направлениях и взяли ее в плотное кольцо. В ходе обследования местности подразделения сирийской армии обнаружили полевой госпиталь, в котором террористы оказывали помощь своим раненым. Было захвачено большое количество медикаментов и медицинского оборудования. Инженерные подразделения обезвредили мины на подступах к населенным пунктам, а также у главных площадей и зданий органов местного самоуправления. Мы обезвредили фугасные мины и не допустили дальнейших атак на эти населенные пункты. Они будут переданы под контроль военным властям и органам безопасности. Жители смогут вернуться в свои дома. Стратегическое значение Махина заключается в том, что он расположен между восточной и юго-восточной частями провинции Хомс, а также северо-западной частью провинции Дамаск. Заняв этот населенный пункт, сирийская армия смогла обезопасить международную трассу Хомс-Дамаск от угрозы со стороны Исламского государства. Ширина Али РТ, Махин.